brat jeszcze za nie. Ну расскажи, что это. Смог в Аваське, про него легенда есть. Расскажи легенду. Жил-был смог в Аваське, он ел, по-моему, людей. И этим он мешал людям. И один дворянин додумался изготовить барана, барана поместить что-то такое, из-за чего ему захотелось бы пить. А так как он дышит огнем, это вот вещество, оно там загорелось. И он начал пить воду и лопнул. И вот на этом легенда закончилась. Мы его там, по-моему, наградили как-то. Какая ужасная легенда. Откуда ты все это знаешь, а? А нам в школе рассказывают. Да. Уже давно рассказывают. Про то, как он ел людей. Они там мучились. Ясно. Знаешь, почему это все трогают? Почему? Потому что там жил тот самый Вавель. Ага. Смок Вавельский. Он такой прилетал отсюда и ел людей. Это его пещера, да? Да, это его пещера. И вот сюда перед пещерой поставил этот человек добрый барана, недобрый, недоброго барана. Съел он и выпил всю воду свисла. И лопнул. Всю воду свисла? Да. А это кто? А это... На Кане. Петр Первый? Польский Петр Первый. Ясно. Значит, мы сейчас находимся где-то... где-то вот ты, наверное, тут вот здесь, да? Да, вот да. Тут, тут мы находимся. И вот... Что мы там видим? Похоже? Да. Thank you.
get a good feeling, yeah. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Get a feeling that I never, 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 never had before. No, no, I get a good feeling, yeah. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Я думаю, что это здесь. Да? Не слышалось? Вино шестом. Что ты не успеваешь? Go away! Oh, sometimes I
get a good feeling, yeah. Бобры им помогали, наверное, строить эти избы. Они их грызли.